В этом году исполняется 30 лет избирательной системе Российской Федерации. Огромное количество бюллетеней, миллионы избирателей, тысячи предвыборных кампаний разных уровней проведены за эти десятилетия в стране. По случаю праздников ДК «Сатурн» чествовали председателей и членов участковых избирательных комиссий. Я хотел бы прежде всего сказать слова благодарности нашим ветеранам, кто уже не является ни секретарями, ни членами участковых комиссий, ни председателями, но помнят, как это было. И точно так же и вы, все, кто являетесь сейчас таковыми, через некоторое время тоже вспомните, как это было. Почему? Ну, потому что нельзя разорвать лязгающую цепь времени. В Раменском городском округе в этой области трудится 1666 человек. Всего работают 147 ЮИК. Есть какой-то общий портрет? Какие люди, какого склада приходят туда работать? Во-первых, это должны быть очень дисциплинированные, организованные и профессиональные люди. И эти люди как раз у нас работают в нашем Раменском городском округе. Из года в год выборы проходили. Меня выбрали председателем. Я несколько лет была председателем, потом секретарем. Вот сейчас просто мы просто участвуем, помогаем теперь молодежи. Что любите в своей работе? Я сама по себе очень спокойный человек, и меня как бы разозлить или что-то такое неправильно поступить, для меня это как-то сложно, поэтому мне нравится работать с людьми. С 93-го года выборы стали неотъемлемым событием общественно-политической жизни нашей страны. Право избирать и быть избранным – важнейший признак суверенного государства и основополагающее конституционное право каждого гражданина России. За прошедшие 30 лет избирательная система пережила значительные преобразования, в частности, глобальную цифровизацию процессов. При этом, как и в любом деле, главное в избирательной системе – это люди. Виктория Самойлова, Андрей Пластунов и Андрей Минкин. Раменское телевидение.